Мы в отделе сыровяленой продукции. Правда, говорят, что от свинюшек даже ушек не остается. Вот вам наглядный пример. Это боковая часть, ребра, гуанчали из свиных щечек, колбаски, вкусняшки. И добрались до прошутто. Это свиной окорок, натертый солью. Самая известная разновидность прошутто – это пармская. Но тусканская прошутто – сама нежность. Где-где, а в Тускане знают толк в мясе. У нас выращивают говядину у разных пород, но когда приезжают в Тускану, хотят попробовать флорентийский стейк, а это уже порода называется кьянина. В ресторане вам подадут вот такой кусок из расчета 600 грамм на человека, и толщиной он должен быть 5 сантиметров.